Склон 1, склон 2, зона фрирайда. Парковка. Зона 1, зона 2, зона фрирайда где-то там. Тут грязненько, конечно. Не очень комфортно идти. Вон к той скульптуре. Ага. А тут по дороге лучше, тут грязь. Сейчас посмотрим, что там за стройка идет, пыль летит, как говорится. Колеса не моют здесь тоже строители. Так, ну у нас тут плуг. Видимо, это не знаю, что такое. И вот такое вот сооружение. Какая-то. Ну, это типа котла, что ли, какого-то. А, это. Прочитаю потом. В общем, для... В атмосфере что-то там измерять. Хрень. А где-то тут паровой должен быть. Так, садишься на плуг. И вот так он едет. Ты... Теперь посетим музей шоколада. Посмотрим, что там за музей в Алтайском крае. Очень классно делают шоколад и разных фигурок. Очень нам нравится. Сейчас зайдем. Здесь посмотрим, что здесь у нас есть. Здрасте. Добро пожаловать в музей шоколада. У нас здесь больше 300 килограмм шоколада. Шоколад сами изготавливаем непосредственно с какао-бобов, не с какао-борошка.
Ждем без фарновых масел, без ванилинов, натуральный белокурый кислый шоколад. Здравствуйте, добрый день, добро пожаловать. Пробуйте сначала молочный. А мы попробуем? Темненький. Да? Пожалуйста, молочный и темный. Пожалуйста, угощайтесь молочным, темным. Могу вас ориентировать по наклеечкам. Белые наклеечки, шоколад молочный, темные наклейки, шоколад темный. Будет, наверное, попроще сориентироваться по товарам. Все экспонаты шоколадные. Все это работа Владимира Вальчишина, это алтайский скульптор юбилей. Ну, а то, что на наклеечках, это уже работа за наше производство. Голова свиная такая. Веник. Ну, вкусно. Может, есть что-нибудь тут выбрать? Да, у нас здесь больше 300 килограмм шоколада, потому что и вкусно пахнет. Медальки, он говорит, свиные. О, смотри, эти медальки. 100 рублей. Смотри, полиция, скотч. Погоны. Папа, там есть котик. Пряжка. Папа, там есть котик маленький. Красивый. Да? Да. Приобрели мы немножко шоколада на подарочки. Сейчас идем. А здесь уже музейно-исторический комплекс. Сейчас зайдем. Наверное, платное посещение. И заодно узнаем. Что здесь платно, что бесплатно. Кузница, локомобиль. Интересно. Здрасте. Погулять. Погулять, ага. Это все историк архитектурный комплекс. Мы там глянули план, схему. Каждый дом зайдете, здесь полтора фигурки. 150 взрослые, детские. 100. Сколько лет? 7. Ну, детские 100. Это просто, ну, вход, да? Вход, и вы в каждый дом будете заходить, везде фотографировать.
хотели доехать до ступы Будды и статуи медицины, там Будда медицины, какие-то две скульптуры, которые установились, там что-то шаман шаманил, что-то вот в этом месте, хотели заехать, а туда эта дорога ведет вообще непонятно, куда она прорывается, новая дорога, асфальтированная, кстати. А сама вот эта ступа Будды и вторая скульптура Будда медицины, она сейчас, я покажу где. Но сейчас туда на машине не проедешь, а пешком идти около 2,5 километра, показывает Дубльгиз. И причем там прям грязь размытая, на сапоги какие-то резиновые одевать и идти. Поэтому сегодня мы туда не попадем на момент весны, а летом туда можно проехать на машине, как нам сказали местные мужики. Сейчас покажу, где это. Вот видишь, как, смотри, дорожки пешеходные, то есть все супер. Дорога асфальтированная, дорожки, да, прям это развивают вот это вот место непонятно. За счет каких средств, интересно. Вот здесь вот она, да, вот поворот, вот сюда вот, типа едешь. Ну, сейчас мы, естественно, туда не поедем и не проедем, потому что мы увязнем здесь. Там прям грязь. Пешком, может, и можно дойти, но надо резиновые сапоги. В кедах туда не пройдешь. Поэтому извиняйте. Сегодня, в первый день, мы также музейно-исторический комплекс не посетим, так как времени у нас осталось мало, нам надо ехать на обед в санаторий. Привязка к времени, вот с часу до двух, вот это вот время. Мы сюда еще раз приедем, на следующий день, скорее всего, или там посмотрим. И снимем отдельный ролик, вот это музейно-исторический комплекс снимем специально. Поэтому оставайтесь на канале, следите за следующими роликами. А на сегодня мы прощаемся, да, с нашими дорогими телезрителями. Еще вон туда сходим. Вот там какой-то крест. И говорят, здесь можно даже встретить морала дикого. Поэтому, может быть, мы в следующий раз и встретим. В этот раз, к сожалению, не встретим. Я видела. Ксюша видела. Поэтому на сегодня мы с вами, дорогие телезрители мои, любимые, прощаемся. Ставьте лайки, подпишитесь, подписочка. Будет очень интересно. До скорых встреч.